Всем привет, с вами Ирина. Рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня будет очень интересная тема. Вот у меня отцвела не одна уже орхидея. Очень-очень много у меня орхидей отцвело. И очередная орхидейка моя отцветает. И я задалась вопросом, как же сохранить прекрасные цветы, чтобы они продолжали нас радовать. Значит, отцвела моя очередная орхидейка. Вот такой вот цветочек. Он опал, но он еще, скажем так, не скукожился, он не сухой, он очень красивый. И обычно у меня Алина такие цветочки собирает, и она их просто засушивает. Засушивает это просто, быстро и, скажем так, ну, под силу любому, да, вот так вот сохранить цветочек. Но мы на этом не остановились, и мы хотим сделать кое-что другое. И есть один способ, с которым мы хотим с вами поделиться. И сегодня мы этим займемся. Оставайтесь с нами. И будем сохранять цветочки на год, даже на больше, пока они нам не надоедят. Да, такое возможно. И мы сегодня будем цветы консервировать. Будем есть маринованные цветочки. Да, мы их законсервируем на очень-очень долго. И что же нам для этого понадобится? Конечно же, цветы, спирт. Спирт надо для того, чтобы вода не заплесневела. Глицерин, вода горячая. И, конечно же, сами цветы, камушки. Очень-очень много ленточек. В общем, любой декор, который вам взбредет в голову. Мы также подготовили емкости. Это может быть любая баночка. Может быть маленькая, может быть побольше. Насколько вам хватает ваших ингредиентов и сколько у вас цветочков. Значит, вода, глицерин, спирт. Пропорции. Одна часть глицерина и две части теплой воды. Да. Плюс пару столовых ложек мы будем использовать спирта. Вот, ну, скажем так, для закрепления результата. Почему? Потому что мы баночки стерилизовать не будем над паром. Если вы хотите, можете стерилизовать баночки. Мы себя решили перестраховать, добавить спирта. И это будет надежно и надолго. Ну и давайте уже приступим. Так, я сейчас... Да, еще забыла блестки по желанию. Чтобы у нас был такой гламур. Так, и я сейчас буду располагать цветочки. Сначала с камушков начну. С камушков. Так. И пару камушков. Вы можете использовать абсолютно любой декор. Можно придумывать всякие коряшки, всякие камушки, ракушки. Так, и будем засовывать нашу орхидушку. Да, наконец-то мы... Хоть одну сохраним. Так. И добавь туда зелени какой-то. Так все будет. Есть. И... Чтобы сзади у нас было красиво, и сейчас какую-то зеленушку. Плющ. Добавим. Вот, наверное, вот пока вот по листочку. Да? Да нет, давай так веточку. Веточку изогнешь его наверх. Мы установили цветочек с нашим плющом, и теперь давайте разберемся с нашим раствором. Вливаем глицерин, у нас 125 грамм, значит 50 граммов воды надо. Добавляем спирт, 2 столовые ложки.
размешаем. И я решила добавить блесточек. Так. И блесточки не выйдут. Думаю, чуть-чуть салатовых подойдет. Да, чуть-чуть салатовых. О, теперь нужно палец. Консервы не хватит. Палец. Надо еще, наверное, гламур! У нас орхидейка будет гламур. Мур, 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 мы любим гламур. Так, и ответственный момент. Намешала заливание. Лена блесточек. Давайте заливать. Отлично. Не пугайтесь, если ваш цветок всплывет. Это на некоторое время. Через пару часов цветок напитается раствором, напитается глицерином и осядет на дно. И будет все красиво. И просто так. Буду я гламурный. Также это может служить очень прекрасным подарком, просто которые любят ценителей цветочков и что-то необыкновенного. Обязательно-обязательно оценят ваш подарок. И также можете сделать для себя, поставить на полочку. И такой цветочек вас будет радовать 2-3 года, это точно. Пока вам не надоест. Так что да, давайте будем. А сейчас приступаем к декору моей любимой. Плотненько закрывай. Наверное, сделаем розовый. Конечно, розовый. Как же без розового? И, конечно же, это будет в твоей комнате. Не знаю, не знаю. О, отрезочек. Как для меня. Всем репертуар. Вообще-то нам это не нужно. Я сначала зафиксирую просто канцелярской резинкой, а потом задекорирую ленточкой. Наконец-то мы зафиксировали. Вот так. Ну, у нас похоже на бабушку. Знаете, саму Звинни Пуху. Так, сейчас мы лишнее обрежем, чтобы оно не закрывало нашу красивую орхидею. Наши растения напитаются и опустятся к низу. Также, если вы не хотите, можно будет чем-то зафиксировать их внизу. То есть положить под какой-то камушек или грузик. И у вас сразу очень просто и быстро будет цветочек держаться на дне баночки. Thank you.
static.